Одни с шариками, другие в ярких костюмах, третьи с криками «Ура!». Праздничная колонна объединила и политиков, и спортсменов, и культурных деятелей, ветеранов и почетных граждан, и представителей крупных организаций. Многие приходили целыми семьями. Поздравить город у моря со 158-м днем рождения пришли тысячи жителей и гостей Владивостока. И все нашли оригинальный способ привлечь внимание зрителей этого действа. Наша колонна представляет близнецов. Владивостокский клуб близнецов, близнецы, тройни и так далее. У нас город веселый, морской, поэтому все в таких ярких, желтых, синих и красных, и всяких красках. Владивосток не просто лучший город Земли, но еще и в нем живут лучшие горожане. На разных площадках города весь день проходили мини-концерты и конкурсы. Работали тематические зоны, где каждый находил занятия по душе. В этом году в честь Дня города уже в четвертый раз прошел благотворительный фестиваль «Добрый Владик». Собранные во время акции средства будут направлены на оказание помощи больным детям, многодетным семьям, пожилым и одиноким гражданам, нуждающимся в особой заботе общества. В 13 часов на главной сцене начались выступления творческих коллективов. Открыла концерт барабанная шоу «Catcher's Groove». Позже здесь отметились приморские коллективы, ансамбли из Японии и Кореи. Большой концерт собрал на сцене приморских певцов и музыкантов. Все они через музыку выражали любовь к приморской столице. Удивил и глава Владивостока Виталий Веркиенко. Необычным способом градоначальник поздравил жителей и гостей приморской столицы. Он со сцены исполнил гимн Владивостока вместе с юными вокалистками, представителями различных музыкальных коллективов города. После перформанса глава города обратился к зрителям с приветственной речью. Свой подарок объяснил тем, что в этот день душа поет. Мы гордимся и помним наше прошлое. Мы живем настоящим. Мы верим в яркое и счастливое будущее нашего города. Наши дети мотивируют нас. Нами движет уважение к старшему поколению. С праздником, владивостокцы! С днем рождения, любимый город! Далее поздравить жителей и гостей Владивостока вышел долгожданный хедлайнер группа «Моя Мишель». Московская команда, родом из Благовещенска, сходу смогла зажечь толпу. По количеству тех, кто пришел на День города, несмотря на туманную погоду, смело можно делать вывод. День рождения Владивостока – это праздник каждого жителя приморской столицы, каждого его гостя, которые любят город у моря, этот тихоокеанский форпост, и вместе радуются его успехам. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, новости на Восьмом.